Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и мы возвращаемся в School Girls, чтобы открыть реликвии, порубиться новыми персонажами и, конечно же, поздравляю вас с выходом данной игры на всех устройствах. То есть теперь вы можете пройти по ссылкам в описании и скачать данную игру себе на устройство, как для iOS, так и для Android, я ссылочки оставлю. Ну а мы отправляемся в реликвии, и давайте посмотрим, что у нас вообще здесь предлагается. Итак, значит, реликвии бронзового персонажа. Давайте откроем, у меня их 3 штуки. Их мне дали в самом начале, как только игра вышла на всех устройствах. Итак, мне тут дали, значит, тех персонажей, которые у меня и так есть. Церебелла с силой мысли. Пейнвилл. Какие-то они другие немножко раскрасочки, да? Прикольно. Помимо этого, у меня еще есть премьера реликвий. Получи бронзового, серебряного или золотого персонажа. Давайте попробуем получить. Вот мне интересно попробовать открыть. Теперь у нас нету внизу такой фигни, типа выбор персонажа, или точнее, хотя бы, чтобы мы знали, кого именно мы можем получить. Давайте откроем другую и откроем сразу две. А тут у нас... Вау! Это у нас, по-моему, с зонтиком баба, осадки замка. И можно открыть реликвию за вот эти вот синие кристаллы. Так, реликвия офицера, премьера реликвии, и далее есть у нас вот различные приемы, осколки и прочее-прочее мы уже открывали. Давайте попробуем открыть за 150. Глянем, что здесь может попасться нам. Может быть, кстати, прикольная, да? Реликвия такая с трубой, точнее, с саксофоном. И кто же здесь у нас? Блин, мне нравится, какой у него голос. Такой... Симфония зла. Это у нас серебряный персонаж, не золотой, к сожалению. И все, у нас осталось 105. Можно, кстати, вот премьеру реликвии открыть. Потратить, так скажем, все эти кристаллы. И как бы фиг с ними. Давайте откроем сразу. О, медсестричка, но бронзовая, к сожалению. Ну что, давайте отправимся в историю или давайте в быструю игру. Глянем, что здесь у нас. Биг Бенд уходит со сцены. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Вау. Так, мне нужно поменять команду. Давайте зайдем в отряд. У меня есть новые персонажи, и их мне хочется процветать. Смотрите-ка, серебряных нельзя брать почему-то. Вау, смотрите, у нее белая шапочка. Давайте мы ее возьмем. Серебелла! Баба с зонтиком вот тоже. И давайте вот эту возьмем. Валентайн, блин, классная озвучка. Обнова, кстати, еще недавно была. Прикольные у вас наряды, дорогие девочки. Ну что ж, давайте отправимся. Посмотрим, кто кого, против кого мы вообще будем. Итак, гость, награды, в бой. Давайте отправимся, посмотрим. Perfection, мафака. Шоу начинается. Слышь, ты что творишь, подруга? Чё-то она мне подгадила чем-то. Слышь, что-то она какая-то мощная, что ли? Давайте-ка вызовем нашу Валентайн. Давай, подруга. О, ты что делаешь? Ты думаешь, у меня нет таких приемчиков? Так, я смотрю, они покруче что-то атакуют. Так, ладно, у меня тоже есть баба с зонтиком. Так, давай, 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 зонтик раскрывай свой, дура. И что это было? Все? О, жесть. Музончик такой прикольный. Так, держимся. Да что ж ты делаешь-то? Ну, это у нас PvP битва, кстати. Здесь реально противники посложнее. О, немножко у нас она жизнь, что ли, восстановила? Не-не-не, держимся, держимся. Да ты задолбала, блин, здесь реально посложнее как-то. Блин, я просто бестолково использовал свой спецприемчик. Ну чё ты не делаешь-то ничего, друг? Офигеть.
Слышь ты! Сексимал! Бляха-муха, нас фигачат, дорогие друзья. Да, здесь, я думаю, надо прокачивать своих персонажей, чтобы проходить. Офигеть, все, у меня осталась баба в шляпе. И вот что она, блин, да опять показывала, что ли? Почему никакого приема не произвела-то? О, черт, и у тебя есть тоже медсестра. Нет, не убивай меня! Черт! О, черт! Как же красиво она встала. Так, следующая награда у нас не получена. Че, нам хотя бы опыта дастся сколько-нибудь? Нет. Даже опыта не дали. Типа ты не достоин этого. Да, тяжелая здесь битва, я смотрю. Ну что ж, давайте отправимся в историю тогда. Хотите продолжить со сцены, кто здесь босс? Да, давайте продолжим. Итак, значит, вот здесь мы где-то ходили, да? Так, давайте вот этих выберем. Эй, кто-нибудь видел Лоренцо Медичи? У него билет в первый ряд на торжественное открытие Паунтаун этим вечером, где он будет почетным гостем. Какая-то непонятная наковальня у нас с боксерскими перчатками. Так, давайте отрядик наш поменяем, потому что это отряд у нас слабенький. Так, вот возьмем нашу прекрасную девочку. И вот эту, может быть. Хотя, подождите, у нас есть еще вот такая вот. Оу, yeah. Да, детка. Ну что ж, давайте поборемся. У меня в этот раз... Perfection. Блин, они такие миленькие вообще. Кому нравится... Данная игруха, отписывайте в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Слышь ты, подруга, ты чё меня атакуешь? Давайте-ка сестренку вызовем с такими же волосами. Слышь, на. Не ожидала, да? Сейчас мы применим какие-нибудь еще приемчики. Медсеструха. Вау, прикольно. Вау. Тихо. Подруга, ты чё творишь, а? Держи блок! Так, давайте первый приемчик. На. Неплохо. Опа, мне веселящий газ, по-моему, применили. Да ты вообще какая-то безумная баба. О, черт. Так, давайте вызовем нашу церебеллу. На. Отлично. Мне нравится озвучка здесь, музон, вообще все прекрасно. Необычный файтинг, вот если сравнить с какой-нибудь битвой чемпионов Marvel и Mortal Kombat X, да даже с Injustice 2 реально отличается. Во-первых, своей другой абсолютно атмосферой. И персонажами, конечно же. Кстати, если мы против, допустим, такого же персонажа, он у... противника становится темнее. Вот давайте выберем просто другую. Бабу какую-нибудь? Или вот давайте вот этим чуваком. Back on the beat. А нет, все равно она темная остается. Ну да ладно, я думал, честно говоря, как-то будет отличаться. Типа, если соперник такого же персонажа берет, то он будет либо темнее, либо другого цвета. Блин. I'm enigma, fucker. Я тебе сейчас свой пипитер дам. Чё ты мне там своими... слышь, подруга. Так, держимся, мужик, держимся, успокойся. На. Отлично, снова пипитер ставим. Это ты своей шапочкой меня хотел завалить? Воу. Карлсон, ты чё вылез-то? Офигеть. Ты успокойся-ка, я тебе сейчас тоже покажу, что я умею. Отлично. Прикроемся волосиками. Нифига себе у тебя. На, один, значит, есть у нас, отлично. Опять ты со своими лапами здоровыми. На-ка тебе. На. Зачетный второй приемчик у нее. Прикольно. Блин, реальная игра удивляет.
Чё, кто там у нас дальше? Вопросики, да? Ну давайте вопросительные знаки. Посмотрим, кто против нас тут будет бороться. Так, может быть эту же команду оставим или прибрать? Так, чувак, мне кажется, тебе нужно какие-нибудь новые приемы. Нет, усилять я тебя не буду. Мне нужно тебе что-то с приемами сделать. А, кстати, нет, я могу его усилить с помощью такого же чувака. Вот этого. Или не стоит, подождите, он у меня бронзовый, что ли? Ну ладно, давайте попробуем все-таки усилить. Отлично, 291, короче, он у нас вообще крут теперь. Ну что ж, давайте в битву отправимся снова. Да. Блин, звук сексуально. Такой, пробивка вируса штамм. Да-да-да-да, тихо-тихо, дорогая, я же не ожидал, что ты так будешь счастливо меня видеть. На-на-на-на-на, отлично. Да, жизни так нехило он отбавляет. А, прикольно. Чувак орудует практически без рук. Да успокойся ты, дорогуша. Так, о-о-о, ты чё мою волосатую девочку так? На-ка тебе вот этот приемчик. А, засранка поставила блок. Я тоже могу блок ставить. Давай-ка спецприемчик. Отлично. What's a frap? Блин, у нее реально волосы еще дополнительный какой-то персонаж. Угарно. Так, я думаю, нам нужно каких-то других персонажей сейчас попробовать. Вот, трое на трое. Пропустить всю эту болтовню. Итак, давайте поменяемся. Значит, к этим мы играли. Вот можно вот этого взять. И, может быть, вот это вот чувиху. Так, но мы будем очень слабенькие, конечно. Поэтому нам все-таки нужно вернуться. Давайте обратно вот этого чувака возьмем. А, нет, не этого, надо было вот этого. Так, и нашу бабу с зонтиком возьмем. Отлично. Ну что, 743 мощь против 779. Посмотрим, кто кого. Так, что-то тут у нас не совпадает. А, если смотреть вот на эту фигню, нужно, чтобы персонаж Церебелла был в вашей команде, понятно? Церебелла, ладно, давайте вот ее возьмем. Церебелла! Вот теперь в бой можно отправиться, отлично. Ну, здрасте, перфект. Сейчас я тебе буду валять, подруга. На, отлично. Что-то она там в меня бросила непонятно. О-о-о! Ты успокойся, подруга, ты что творишь-то? Да не нужен мне этот твой веселящий газ. Женщина, успокойся. На, критический удар. На, я знаю, что я могу победить. Так, давайте нашу волосатку. Так, тихо-тихо. Ты что творишь? Успокойся. У меня есть первый спецприем. Фу, прикольно. Блин, мне вот этот прием реально понравился. Доставляет. Мужичара, ты что творишь? Забавно вообще. Четко. На тебе еще первый спецприем. Да ладно, у тебя тоже там что-то есть, так я тебя обниму опять. Забавно. Подруга! Мы же с тобой друзья. Ты тоже волосатая. Какой у тебя классная афро. А у меня есть вот такой спецприемчик.
Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо, давай успокаивайся. Так, у нас еще один остался. Джаза-блюзамен. На. Есть, еще одного вынесли. Он аж назад откинулся как-то. О, она меня чем-то это надурманила. Давайте Церебеллу выберем. На тебе по заднице прям. Ты моя. Не твоя. И снова первый спецприемчик. Зачетно. О, сейчас она вообще по-другому встала. 40, короче, кристаллов мы получили. Новый левачок Симфонии Зла, Биг Бенд. Ну, остальных пока не поднялся левак. Да, игруха реально зачетная. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы закончим данное видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!